Ретро-телефоны, транзисторные ламповые радиоприемники, всего около 60 экспонатов. Размещены они в фойе музея «Город» на Льва Толстого. Радиотехнику на выставку предоставил Барнаульский музей «Мир времени», часть экспонатов из коллекции его сотрудника, радиолюбителя Александра Даниленко. Некоторые раритетные предметы когда-то хранились в музее связи алтайского филиала Ростелекома. Самый старый приемник на выставке конца 50-х годов. Приемник «Спидола» – это наш первый всеволновый приемник, который прекраснейший. Все мечтали, как сейчас молодежь мечтает о дорогих гаджетах, тогда и мечтали об этом. Приемник первый, может, вы видели фильм «3+2» был с Митей Мироновым. Участвовал в этом фильме приемник. Это наш первый транзисторный, один из первых, так точнее, транзисторных приемников. Выставку организовали специально ко дню радио, который представители отрасли телекоммуникации и связи отмечают 7 мая. Теперь каждый посетитель музея сможет увидеть своими глазами эволюцию развития радиотехники, телефонии и других средств обмена информацией. У нас есть достаточное количество радиолюбителей, тех людей, которые болеют душой за наше направление деятельности. И, конечно же, каждый может привести сюда внука, сына, чтобы показать, как развивалась связь, какой из этих устройств находился дома, а может быть и до сих пор находится где-нибудь в каком-нибудь ящике, и какие передачи и какие эмоции, в принципе, несла нам связь. Выставка продлится до 10 мая. Посмотреть и даже потрогать ретро-радиотехнику можно абсолютно бесплатно. Елена Кузовкина, София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.